6 утра, но я закончил видос, не ложился спать. Посмотрите просто на мои глаза. Надеюсь на ваш лайк, на вашу поддержку. Спасибо, пишите комменты, подписывайтесь на канал. Да, четко поснимали в ТикТок, братан. Да, брат, ТикТок просто бомба. Дебил, нафиг ты лимон жрешь на палке волшебной? Это волшебный лимон, брат. Ты слышишь, братан, а что это у тебя там красным горит? Ты туда не заглядывай, слышишь? А что туда нельзя? Не нужно, там сама преисподняя, там ад. Чувак, я говорю, туда даже не подходи. Да, я чувствую, там какая-то темная энергетика, потайное все. Жопа твоя потайная, я тебе говорю, не открывай эту шуфлядку. Что там такое лежит? Ну как минимум я тебе леща дам, я тебе говорю, там его величество. Лайк. Лайк. Приложение лайк, там дети лайка сидят. А чё, ну красный горит? Там ад, кромесная жопа. Что, давай посмотрим. Нет, чувак, нет. Давай, я экзорцист Вано, я нас защищу. Тебе его специально там запечатал, чтобы оно вот там сидело. Я тебе говорю, там... Да нет, чувак, я говорю, нет, не открывай. Ай, шара, моя, ай, тихо, тихо. Пожалуйста, не будь дауном. Давай, открывайте селедки. Тихо. О, чувак. Чувак. Не гони. Давай сюда, сюда, сюда. Это лайк, чувак. Это реально жопа, брат. Будем снимать реакцию в лайк. Это не смешно. Да, да. Их контент уникален. И только великие умы смогут познать его. Да. Бери лайк. Выпьем за любовь. Стакан не разбей в этот раз. Все, я аккуратно. Давай ты сам стук. Давай. Вы ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Это важно. Это Патрик. Слушай, у него стильная прическа. Да, замечательно. Будет все равно. О, пошел. Короче, раздевайся в лайки, и твой инстаграм и профиль взорвет. 20 тысяч лайков. Ой-ё. Ого. Это кров? Это стиль такой. Не накрашусь. Ого. Это мальчики? Я с ним списывался в лайк. Это мальчик? О, так, дочка сзади, мама или бабушка, а мама. Мне понравилась реакция мамы. Куда по расписанию я решила в детдом ее сдать? Ну не в обиду, меня тоже в детдом все детство хотели сдать, не сдали. Ты оттуда. Ну слушай, я должен был над тобой когда-то прикольнуться, ты все время шутишь с того, что я из детдома. Я тоже считаю, что приемный ребенок иногда может шутить. Юрила закопал! Sit down, down, скинь отсюда. Смотрим следующий видос. Так, она вспотела, на? Слушай, мне кажется, это какой-то ритуальный танец. Она вызывает демона. В принципе, если подставить вот такую песню. Арманем, баба нерде чаршапым, гордым буфакетер. О, привет! Братик, ты снова попадаешься к нам. Жесть, это он реально замер, это не пауза. Ёпта, какой он криповый, жесть! Гигей, я тоже люблю тебя, Катя, люблю тебя, давайте еще. Не, слушай, перелистывай. Ооо, вот это самец! Или это самка? Это самка! Да ты чё, гонишь? Я не, короче, мы не знаем, это сейчас Сашурик. Это девочка! Это девочка, нифига себе! Слышишь, нифиговый такой прикидон у нее. Вот самое интересное, я почему-то думал, что у нее подписчиков дофига. Она очень харизматична, очень круто двигается, а у нее всего 22 тысячи подписчиков. Да, вот она реально крутая, ребят, подпишитесь. Отличница на уроке с волосатой подмыхой, я. Смешно. Так. Йо! Пошла летучая комета, у нее же кличка Мангус. Воу! Ага. Этот парень был из тех, кто просто любит. О, это кот.
который раздевался. А, да? Да. А это малая, которая вечно танцует со своими братьями и сестрами. А ты, я вижу, здесь шаришь. Вот она снова. Она один и тот же танец танцует под один и тот же звук. Фу, дура. Тупая ботанка. Вот. Отличница. Отлично. Заколочка с мишками. С тобой дружат, потому что ты дашь списать. Капец, она преобразилась. Да. Вот губы было лишним красить, а все остальное прям прикольно. А чё, как по мне, губы тоже в тему. Ну да, если бы их накрасить, ещё нормально. А так она будто малину хавала всю ночь. Аномалия. Да что это за эротика? Им всем по 12 лет, они пороют посекас, талику, аномалию взять за бедра, не ссать. Они дерутся там? За даму. Он ничего не знал. Что? Его лицо было обижено. Знаешь, я понимаю его боль. Я на месте парня сказал бы маме, чтобы она дала ей лещи. А ты мне говорил так не делать. Я всю жизнь за тебя лещей получал от мамы. Нет. Да ты жоп. Жопа сын. Стой, брат, над этим смеяться нельзя. Это проклятое видео, я тебе отвечаю. Тихо, тихо. Они на тебя порчу наставили, ты начал кашлять. Братан, не умирай, я тебя защищу. Пачка ульты в моем кармане. Прекрати говорить, что мне испортили, шо? Кого? Мне нравится моя жизнь. Блин, какой чувак слева криповый, прям у него очень стрёмный взгляд. Мне котик нравится. Коту вообще насрать на эту жизнь. Это... гениально. А чего отец вообще в перчатках? Он этот... ревизор. Когда нашего папы много девушек в телефоне. Я не понял прикола. Ну типа... тапки зачетные, кстати, смотри. Тапки классные, но юмор такая. Если тебе 30 лет, может, это смешно будет. О! Дайте угадаю, сейчас разденется. Ну вот такой извращенский взгляд просто. Это же... он даже пакетик когда делает, мне кажется, что он что-то другое чем-то. Он в трусах, мне кажется, стоит там. Ну чё, это мило. Я лишний раз убеждаюсь, тебе нужна девушка. Это первое. Слушай, не второе, хочу. Тебе надо раздеться. И третье. А чему учишь ты меня? А чему его? А, это актуально. Я не хочу идти по этим трендам вашим, по кривой дороге пойти. Ты там говорил, что ты с собакой целуешься. Мне же этого не надо делать, да? Пожалуйста. Даже не думай об этом. О чем? Я не буду танцевать в трусах. Ну ты подумай. Я не буду думать. Не хочешь, так не надо. В трусах прохладно. Фу, кринж, очкарики. Папа, зачем ты ударил нас по лицу? Папа, как бы серьезный тут. О боже, они на него нарвались. Хулиган. Ай, Доля Воровская! Спасибо, что мешаешь снимать. Она, наверное, пришла кутаться, чтобы смотреть, снимаете вы видео или нет. А это все время, кстати, одни и те же чуваки. Он вечно стоит сзади, ее держит за талию. Она вечно полураздетая в раздевалке или сзади. Слушай, им что, вообще по приколу это снимать? И все вот одно и то же. Краш, скинь фотки из ванной. Математичка, скинь решение дробей. Краш, зачем мне твои дроби? Я не
буду пытаться понять. Нормально. Вы все такие важные. Доигрались. Макароны-то бумажные. Макароны? Как же вы меня все достали? Ну и вали тогда из нашего хаоса. У обычно у всех хаосы в туалетах. Демьяна выгоняют из Dream Team. Моя одноклассница с 1К, я самая популярная. Я с 6 миллионами. О, давай, братан, раздевайся! Блин, я не понимаю вообще, это я не понимаю эту соцсеть. А сколько там лайков? 14 тысяч. Сейчас подойдет парень, возьмет ее сзади, нет? Слушай, под этот тренд раздеваются. А. Я же говорил! А ты понял, типа... Да-да-да. Батя типа хромакей надел, что он невидимый, а малый летает. О! Макароны! Стой! У-у-у, разнообразие! Не, ну вот эту правую подкланивала немножко все-таки на макаронские движухи, но она вроде сдержалась. Вот дебилка думает, что едем покупать ей 12-й айфон, а ее отвезут в детдом. Это смешно. А привет лучшей подружке? Да. Смотри, если я тебе сейчас на карту перекину $1000, ты согласна ее бросить? Нет. А если 3? Ну ок. Она сейчас, наверное, переведет, а подруга не кинет, да? А, все, давай мне ее, пока. Я 2 года назад снялась в фильме. Слабо угадать, в каком. Нет. Я до лайка. Нормальный ребенок, делает уроки. Я боюсь представить, что сейчас случилось. Ага, регистрация, вход. Вот так выглядит потеря ребенка. А со школы это что? Все потеряно тебе? Гости из Краснодара. Сюрприз! Здорово! Тоже это видишь? Да. А ты не знаешь, да, кто такие гости из Краснодара? Тебе 14, да? Гости из города Краснодар. Да, это гости из города Краснодар. Сразу проходишь. Так, а... Не, девчонки. Никс, умничка. Молодец, проходи, садись. Следующее. Простите, но нет. Катя, успокойся, садись на место. Капец, он, конечно. Надо было раздеться, братан. О, вот вижу лайк. О. Я смотрю, что-то вот такое чувство, что нормальные видео попадаются, как будто не в лайки. Вот, мышка сосиска. Вот это, чувствуешь, в лайк попал. О, вот он контентик. Когда лайк потерял все вот эти кометы, звезды, сердечки, звездочки. Я отказываюсь смотреть парня слева, когда он одетый. Он слишком часто появлялся нам раздетым. Еще раз меня так посмотришь, завтра вместе проснемся. Где? О! Вот это на жестко ушла, типа. Снова эротика. Типа так на меня посмотришь, проснемся завтра вместе. Я даже не знаю, это она угрожала или нет. Но ушла она прям крипово. Это прикольно. Так, иди ко мне, малышка. О, давай! Говорили, обсуждали, да? Не раздеваешься, значит не попадаешь. Я злюсь. Я веселюсь. Я так понял, студии для съемок в лайке это обычно примерочные в торговых центрах. Растеряна. Что это за движение? Что это за движение? Смешно, смешно. О! Макароны в студию! Че, не пол долбит? Они как обычно в раздевалке. Не смущает то, что он ее за косу держит? Мне больше смущает, что люди думают, когда мимо проходит, тип просто гасит, короче, пол. Посмотри на оператора, он сам ржет там. Это мама. Это улыбка через боль. О! Прикольно. Этот тип, это брат того, который раздевается. Они вечно пузо показывают. О! Шо? Пишли пинали. Каждый.
Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Блин, не смешно, не смешно. Так это не в нее кидают, просто все летает. А, да? Да. А. Пожалуйста, остановите это. Это страшно. Пранк над сестрой. Она сейчас у нее сядет? А она подлетит? Мне больше интересно, а почему вдруг она начала щуриться, пока он еще не долетел? Я думал, она на нее сядет. У нее паучье чутье, она чувствует с ракой. Ага, мы присели наш пугат. А кто? Никто меня не любит. Мне, если что, 5. Мне снимают дети 5-7 лет. Ама сэвич. Волосы дуже вежи. Феди дуже вежи. Этни стуби масэвич. Масэвич. Крутая мама. По мимике как раз вот та еще справа, она классная. Кошка покусала маму и пришлось ее усыпить. Кого кошка? Что в смысле? Наверное, она про маму. Да, она про маму. Все правильно, коты это святое. Кошке понравилось. Ого. Ого, царица? Что, на жопе дырка? Ладно, я не буду шутить. Симпатичная девочка? Что, 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 что? Засмущалась, да, малыха? Давай мне бить. У нее в жопе дырка. А у тебя нет дырки в жопе? Мне страшно подумать, твоя жизнь тогда очень непроста, через что ты срёшь, блядь, через уши. О, моя любимая! И я макарон! А где макароны? Так, ты нас разочаровал. Что все макароны пропали из этого выпуска? Прикольно. Кукла в человеческий рост. О. Невероятно. Смотри, будто блин, живая. Круто. Не хочу разочаровывать, но я живая. Ой, классная идея. Я тоже подумал, что она кукла, кстати, поначалу. Да, классная видео. Я не могу, в меня вселяется этот демон, демон Макарон. Ее талия, аномалия. Ай-яй-яй, какой плохой мальчик, что он делает? Ее талия, давай присоединяйся, ой, присоединяйся, братан. Слушай, ты бы меня кинул. Я помню, как я тебя перед унитазом так дышал. Фу, дура. Тупая ботанка. Вот. Отличница. Вот, заколочка с мишками. С тобой дружат, потому что ты дашь списать. Поразилась, да. Вот губы было лишним красить, а все остальное прям прикольно. А чё, как по мне, губы тоже в тему. Ну да, если бы их накрасить, ещё нормально. А так она будто малину хавала всю ночь. Дая, ты мне доверяешь? Конечно. Падай. Давай. Правило номер один. Не доверяй никому. Когда тренеров нет, ёб твою мать. Когда тренера пришли. Если бы я зашел в комнату, вот там ребенок мое в такой позе сидит. Так я бы похлопал, это же клево. Это и сложно. Я бы крестился. Так это ж клево. Да вот там-то обосраться в такой позе сидеть. Завернулась, вот в рогалик сидит. О, Абу Бандит. Красава. О, это который у Сибири. Вижу тебя, влюбляюсь немножко. Он выращивает подписчиков на усах. Давай усы отрасти. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Так я не понял, кто жопа? И нажимайте колокольчик. Центр жопа.